Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Steampunk Tower. Отлично, эксперимент стартовал, все системы работают нормально. Ну что ж, друзья мои, задание выполнено, получаем с вами награду. Так, 500 монет, здесь забираем все, также забираем кристаллы. Кристаллы мы забрали, подожди секундочку. Вокзал улучшить. Слушай, я, наверное, не буду. Давай крутанем спин. Глянем, что нам здесь выпадет. Не надо. Ай, друзья мои, 500 монет. Лучше бы, конечно, были бы самоцветы, но... Ладно, забрать. Что у нас дальше? По заданию, ребята, мы сделали то, что от нас требовалось. Опа-на. Лорд Бингем, я сумел перехватить радиопередачу от темной леди, генерала культа. Включайте. Возможно, вы меня не так поняли, генерал Монро. Я приказываю вам собрать все силы в районе Белграда и уничтожить их новый научный центр, и в особенности башню-излучатель. Да, моя госпожа, но должен сказать, что подготовка массированного удара по Белграду займет 2-3 дня. У вас нет 3 дней. Соберите все, что можно. Используйте новые десантные вертолеты. Да, все, что угодно. Но уничтожьте, взорвите, сотрите с лица земли эту башню. Лидер, я чувствую возмущение в потоках единого желания. Эти еретики не ведают, что творят. Ну что же, все идет, как и планировалось, командор. Готовьтесь отбивать атаки. Такс, как и планировалось, культ попытается остановить эксперимент. Ваша задача, командор, охранять башню-излучатель до конца эксперимента. Отбить атаку с севера, отбить атаку с востока и с запада. Ох. Ну, давай, и попробуем, ребята. Все как есть оставляем. Единственное, что я починить. Поехали. Мне бы главное продержаться, как говорится. Остальное уже не важно. Ну все, давай, давай, высаживай нас. Так, у меня на одной стороне чисто тепловухи. Жми сюда, жми сюда. То есть сразу с двух сторон, что ли, пойдут? Да ладно, не может быть этого. Ой-ой-ой. Еще и эти роботы. Так, новый враг, робот-защитник. Да вы издеваетесь, что ли? Я пока... Опа! А вот, ребята, и новый... Нифига, а я ракеты взял. Молодец, красавчик, Рейд, ничего не скажешь. Короче, друзья мои, вы видели, что этот... Что делает этот робот-защитник? Ну? Есть. Нифига себе, друзья мои. Вот такие вот дела. Кто там? Это новый вертолет десантников, что ли? Угу, похоже на то. Так, этот перезаряжается. Твою налево, как вот не вовремя-то ты, а? Да бомбани ты по нему. Так, слушай, этого на запитку, на запитку, на запитку. Опять защитник идет. Твою налево. Нет, не надо так вот делать. Ребята, десантуру высадил. Блин, да успел высадить все-таки, а? Это кто там пули... А, это с пулемета бомбит по мне.
Слушай, наверное, паровой луч придется, ребята, применять. Интересно, на 3 звезды или нет, ребята? Я вот что-то не увидел. Принять. Так, теперь здесь нам нужно роботы, пехота, бронемашины. Так, починим. Мне кажется, вот вместо этих, наверное, надо взять боевую секиру. Короче, ракеты их защищают здесь очень, ребята, хорошо. Поэтому, наверное, я возьму Райдзена. Я вот не знаю, Райдзен будет пробивать молниями или нет. Даже не знаю, ребят, давай на проверку. Просто, ребят, на проверку возьмем. Потому что ракеты, половина ракет просто уничтожается, ребята, об щит. Ну, ты видел это сам прекрасно. Смотрим. Так, подожди, а Райзен-то что? Да ничего, ребята. Я так и не понял, Райзен, он вообще бомбит или не бомбит? Так, колесницы разбомбили, этих солдатиков бомбим. Так, смотрим, ребята. Угу. Ну, нормально. Так. Мне не нравится вот эта вот трихомудия, которая ползет на меня. И вот это вот не нравится мне. Чё пуха-то, не пойму, не бо... А, блин, наверное... Они, друзья мои, ликвидировали их. Ну как ликвидировали? Они их замедлили. Короче, фигня это полная, Райзен, я тебе так скажу. Полная чушь. Не буду я больше этого Райзена брать. Как это фигня. Просто от слова вообще, ребят, фигня полнейшая. Но главное, здесь нет звездности, ребята. Я должен просто пройти. Видишь, тут нет никаких ограничений. Угу, вот так вот сделаем. Ты посмотри, вот просто не... Это своими шокерами бомбит, ребят. Офигеть, еще и вертолеты. Еще и вертолет. А что против вертолетов я могу здесь? Все, сейчас заглушат, ребят. Он глушит нас. Да, как же я жалею о том, что я взял вот эту вот парашу с собой. Просто нету слов. Нафиг, друзья, убираем к чертовой бабушке это Райзен. Это просто какая-то бредотня. Просто бредотня, я тебе серьезно говорю. Иди отсюда. Я вместо него лучше возьму... Что я лучше вместо него возьму? Злость. Ворона, наверное, возьмем тогда уж. Еще одного. Ну, поехали. Посмотрим, что здесь получится у нас. Ну, уж ворон хотя бы ракеты, ребята, пуляет. А этот Райзен вообще ни о чем. Готовы, поехали. Ну ты серьезно, вот он начинает, ребят.
Угу. Так, что у нас тут по... В принципе, пока все хорошо по боезапасам. Три волны будет, да? Да что ж ты такой? Есть, разбомбили. Так, ребята, летит. Ну, я. Так, вы бы родные, конечно, мы бы немножко подкрепились бы. Что за звук? Что за колокола тут еще? Так, эти подкрепились. Так, выдвигаемся. Так, здесь танки идут. Блин, опять этот щитовик. Ну, твою налево, блин. Как ты мне дорог, а? Паровой луч. Все. Паровой луч потратили. Блин, может быть, и не надо было, конечно, паровой луч тратить, но все-таки, друзья мои, был немножко на стреме. Так, что у нас тут? О, кстати, деталик нам надавали. А вот же! Задание-эксперимент завершено. Опа! Голубцы, посмотрите, что вы наделали. Я лидер великого культа и проповедник единого желания Создателя. Возлагаю вину за смерть миллионов невинных на лорда Бенгема и его команду. Черный Эзериут. Эзериум внутри башни у города Львов вошел в резонанс и взорвался. Взрыв невиданной мощи уничтожил все живое в радиусе многих километров. Восстаньте, братья мои, дабы искоренить ложь, зависть, злобу и ненависть. Нужно уничтожить еретиков, сломить сопротивление неверующих, и мы больше никогда не увидим таких ужасных трагедий. Бухарест, Варна и София с прилегающими территориями пришла на сторону культа и готовят крупномасштабное вторжение в оставшиеся балканские территории. Первая удачная группа предателей начали наступление на Скопье. Если они закрепятся в этом городе, им нужно будет легче захватить все Балканы. Нет времени разбираться со взрывом, командор. Обеспечьте защиту Скопье. Мы потеряли Львов. Часть Балкан перешла на сторону культа. Они готовят наступление на оставшиеся территории союзников. У нас нет времени даже обдумать случившееся. Немедленно отправляйтесь на защиту Скопье, командор. Защитите Скопье. А Скопье это где у нас такое Скопье? Вот это вот? Это разве Скопье? Так, а можно мне, знаешь, что... Улучшение сделать можно мне? Зенитное орудие открыть. А, это пройти бонусную миссию. Пу-пу-пу-пум. Что же мне надо улучшить? Так, улучшение для всех пулеметов. Так, вместимость хранилища это улучшает. Улучшить. Ну, наверное, попробуем улучшить грозу. Так, подожди. Ты серьезно? Вот это вот все, что я вбухал, сущие копейки? Усовершенствованный, так, увеличивает вместимость склада.
Вместимость пушек. Давай улучшим, наверное. 12 часов улучшения будет делать. Нормально? Так, ну что, друзья мои, я не знаю. Вот это вот получается, наверное, скопье все-таки. И мне нужно... Блин, ты серьезно? А сколько нужно там... Сколько нужно за минус 22 топлива? Даже если я рекламу, ребята, посмотрю, у меня не хватит, к сожалению, горючки. Блин. Ну что, друзья, тогда, хочешь не хочешь, мне придется на вот такой вот ноте сегодня закончить. Так, сейчас я этих отправлю. Пускай они там собирают. Надо было сюда, наверное, отправить, блин. Они там по старинке шоркаться где-нибудь. Да, ребята, 22 горючки надо, но у меня всего лишь 10. Слушай, ну давай гляну, фиг с ним. Ошибка интернет-соединения. Балалайку. Я еще и рекламу, ребята, не смогу глянуть. Ну, тогда все, ребята. На сегодня закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.